Ребята, всем привет! Какая же сегодня прекраснейшая погода! Посмотрите, на каких крутых джипах мы сегодня с вами будем гонять! И зеленый, и фиолетовый, и оранжевый! В общем, нас сегодня, ребята, невероятно цветные приключения! Конечно, не забывайте поддерживать, пожалуйста, нас пальчиком вверх, и наши герочки это заслуживают! Ну что ж, давайте посмотрим, как обычный городской парнишка будет справляться на крутом оранжевом джипе! У него сегодня, ребята, непростые задания. Он первый раз сегодня гоняет на вот этих вот больших огромных машинах. Да, ребят, он никогда не ездил на джипах, представляете? Вот это да! Но, ребята, как говорится, всю жизнь иногда приходится попробовать первый раз. И наш парень неплохо таки справляется. О, кстати, у него большой, огромный просто опыт. И смотрите, как он делает, ребяточки! Вы видели, вот это да! Как же он это сделал? Это же просто нереально круто! Вы видели, как он сделал этот поворот? Это что-то с чем-то, ребятки, просто супер! Ну что, давайте посмотрим, как он дальше справится с непростыми заданиями. Ой-ой-ой, держи! Ребята, справился! Вы видели, я думал, он еще немножко, и джип уже перевернулся, и затем не знаю, как он бы вообще туда проехал. Просто как он дальше вел бы гонку, но молодец. Слушайте, какой же он сегодня молодец, какой тут барьер, хох, сколько мячей. И он тоже прорывается, ребята, едет вперед. Вот это да, суперски. Просто класс. Кстати, сегодня на улице, друзья наши, очень жаркая погода. Плюс 40, представляете, как они ездят. Вот это приземление, слушайте, просто весело. Какие веселые приключения сегодня у наших товарищей. Ну давайте же посмотрим, как он доедет до финиша. Так, ребята, кстати, он еще раз поднимается на эту платформу, потому что, видать, да, надо же было повернуть так к морю, а он что-то, ребята, как-то вылетел с платформы. Ну ладно, давайте посмотрим, как он, ребята, взлетит. Так летит, долетит ли он до корабля, ребята? Немножечко не хватило. Да, как красиво. Тачка на глубине моря. Да, это, конечно, не очень весело, но прикольно, ребята. Но тем временем, пока, ребята, тачка где-то там осваивает глубину морей, наш дружбан с вами доплывает до корабля. Смотрите, как, кстати, быстро он плавать-то умеет, а? Какой он все-таки молодец. Слушайте, браво, просто браво, ребята. Молодец, ты отлично справился со своим заданием. Фу, ребята, это наш местный герой Майки. Он думает, что он лучше всех. Ну, посмотрим, как он справится с простым заданием, ну, хотя не очень-то простым, на своем синем джипе. Это, ребята, машина, если вы не знаете, как называется. О, кстати, друзья мои, а ну напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы думаете, что же это за машина? Кто из вас самый крутой, самый умный? Обязательно поддержу вас пальчиком вверх, кто угадает правильное название этой машины. Обязательно поставлю комментарием пальчик вверх и напишу: ты молодец, ты все знаешь. Ребята, давайте, пишите, что же это за тачка. Кстати, тачка довольно-таки неплохая. Есть, конечно, намного круче, но хотелось бы посмотреть, сколько у нас растет знатоков маленьких и умных. Давайте посмотрим, ребята, сколько нас много таких. Ох ты, вот это да, Майки лег джип на бок, но смотрите, он поднимается. Вау, я такого, честно говоря, еще никогда не видел, но это что-то с чем-то. Вот это разворот. Какой молодец, слушайте, как он погнал-то? Молодец, ребята, это что-то с чем-то. Вот это скоростуха, ребята, держите меня четверо. Вот это да, кстати, куда Майки поехал? Он верно решил, что в море как-то прыгать не очень-то хочется, тем более на машине. Лучше, ребята, погонять на трассе, по скоростной трассе, где можно развить довольно-таки неплохую скорость. Ну давайте посмотрим, ребята, что получится. Ох ты, боже мой, как он-то, ребята, огонь. Вот это очки, да, что делается? Давай, малыш. Аккуратно разворачиваемся. Что же он заделал, интересно? Так, остановил тачку. Ребята, он, наверное, хочет отправить джип на ремонт? Интересно. Или, может быть, у него заглох мотор? Мне бы интересно на это было бы посмотреть. Или что закончился бензин, или что-то еще, какая-то проблемка в нашем автомобиле. Так, а ну-ка. Опа, есть, ребят, смотрите, подцепил. Ух ты, прикольно. Вот это да, какой молодец. Вот это гонки. Или он, ребята. Я, кажется, понял.
он, скорее всего, решил сделать суперкрутые гонки с помощью ребят этого погрузчика. Он погрузит, он сейчас устроим настоящие здесь скоростные гонки. Вообще, просто-напросто прицепив тачку и гоняя по городу. Или нет все-таки? Не, ребята, все-таки он вернулся к нашему... Ох, как скачут по тачке нашей. Все-таки вернулся к нашей площадке, и мне очень интересно было бы посмотреть, что же он хочет делать с этим джипом. Или отвезти на мастерскую, чтобы его подремонтировали, или очень весело провести время и погонять, ребята. Ну давайте посмотрим. Да, все-таки, для того, чтобы было веселее, он, ребята, придумал... вот эта тача делается! И потерял джип. Вот это ездок. Ну ладно, сейчас мы быстренько подцепим. Хоба! Так, а ну-ка, зацепим или нет? Вот так, есть, все, ребят, зацепили. Круто. Продолжаем наши крутые, веселые гонки, ребята. Это что-то с чем-то. Опять крюк, ребята, отцепился. Ну давайте, давайте посмотрим, получится ли у него пройти это колесо смерти, я его называю. Ну, это самое, может быть это неправильно. Но, ребят, очень бы хотелось посмотреть. Он его не знает, хочет просто-напросто проходить. Ну и ладно, просто едет себе прямо. И сейчас разгона, мне кажется, будет лететь этими двумя тачками на корабль. Ну, ребята, посмотрим. Какой же молодец, Майки, как он прикольно придумал, ребята, согласитесь? Так, ох ты, боже мой. Стоять. Фух, ребят, я думал, честно говоря, сейчас вылетит наш Майки. Но все нормально, ребята, все под контролем. Он знает, что делает. Так. Вот это да, он набирает скорость, друзья. Вот это скорость, только... вот это да, какой полет. Пролетел немножко мимо, эх. А я, честно говоря, думал, что он попадет прямо на корабль. Представляете, как бы это было круто. Немножечко ему не хватило, ну совсем немножко. Ну ладно, ух ты, там, кстати, ух ты, там кто-то фотографирует, наверное, дружбан. Зюзик-тузик, какой молодец, наверное, фотки в полете. Просто классно. Тра-та-ти-ра-та-та, о, привет, пока. Сбросил своего друга в воду, ну ладно, пускай поплавает. Водичка-то теплая, правильно. О, ребята, это же Тузик, наш самый дорогой, любимый Тузик. Тузик-попрыгунчик. Ну что, ребята, он взял сегодня фиолетовый джип. Я не знаю, как мне получится великолепно. Вау, куда же он топит? Прям, ребята, в 10 очков. Он просто-напросто с разгона в воздухе сбил этот боулинг-шар. Вау, это же что-то с чем-то. Круто. Ну что, ребята, поехали. Давай, малыш, разгоняй скорость, ребята. Передаю с такого. Что делает? Вот это скоростуха, мы видели. Вот это скоростуха. Какой разгончик так, ребята. Держимся, пожалуйста, не забываем. Просто супер, пошли мы. Что делается? Как он быстро разгоняется, ребята. Это что-то с чем-то. Давай, малыш, давай еще немножко. Класс, ребята, это просто супер. Что он делает? Смотрите, он делает просто-напросто едет 360-градусную дугу. Ух ты, как это крутецки круто. Слушайте, ни один участник еще этого не делал. А Тузик это сделал. Это говорит о том, что он действительно просто специалист своего дела. И... Тузик, ребята, прям выпрыгивает и... Да, он прям запрыгнул на корабль. Вау, Тузик, ты там как? Все окей? Ну ты молодец, слушайте, ребята, это первый человечек, который в нас допрыгнул. Какой же он молодец, слушайте, поаплодируем его и поставим пальчик вверх. Так, ну а следующий наш участник, ребята. Да, это, кстати, ребята, небесный герой. Он прилетел к нам с другой планеты. Давайте посмотрим, какие у него навыки и способности езды на крутых тачках. Ну, конечно, как. Это крутой тачкой не назовешь, ребята. Но, тем не менее, ездит эта машина довольно-таки неплохо. Особенно по какой, ребята, дороге? Правильно, по грунтовой дороге эта машина справляется на раз, два, три. Тем более, четыре ведущих колеса, они все буксуют по полной. И эта тачка едет как танк по грязи. Вот это да. Так, что-то он задумал, ребята. Смотрите, он передумал ехать на платформу. А может быть, его уже ждет где-то космический корабль, и он решил удрать на нашей тачке. Как же так? Что-то, ребята, он затеял. Давайте посмотрим. Ха, у него есть самолет. Вон оно что.
Вон оно, что он придумал. А может быть, он хочет его прицепить? Может, он хочет прицепить джип к этому самолету и пролететь вверху? Ха! Ха! Интересно! Как же у него это получится? Или он просто решил полетать? Не захотел поесть, хоть покататься на этом джипе, а просто полетать на самолете. Давайте посмотрим, он вообще здесь успеет хоть взлететь или нет, ребята? Успеет или нет? Да, он успевает, все нормально. Самолет хватает мощности взлетать в небеса. Вот это скоростуха. Ребята, какой он молодец, смотрите, как он круто, кстати, летает на самолете. Низко, так над уровнем моря. Ух ты, давай. Фах, фах, хо-хо, видали, как этот специалист умеет делать? Все-таки нельзя, ребята, этот герой. С другой планеты, он научился там летать на своем космическом корабле. Наверное, между комет с большущей скоростью, представляете? Вот это да, я таких еще навыков никогда не видел, чтобы так низко и так проворно пролетать между зданий. Ну что, ребята, всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить пальчики вверх, ребята, подписывайтесь. А также смотрите другие интересные мультяхи на вашем экране. Всем до новых встреч, пока-пока!